Вооруженные силы Азербайджанской Республики – одни из самых лучших войск специального назначения в мире. А если уж очень углубиться и давать абсолютно объективную оценку, невзирая на то, что ты гражданин Республики Армения, то, возможно, хотя, с моей точки зрения, войска специального назначения вооруженных сил Азербайджанской Республики, при том, как войска специального назначения военно-морского флота, военно-морских сил, так и сухопутных войск, они одни из самых лучших в мире, во многом даже самые лучшие в мире. Они, потому что в мире только войска специального назначения, спецназ вооруженных сил Азербайджанской Республики, без поддержки ствольной артиллерии, активной артиллерии, бронетанковой техники и воздушной поддержки, взял город Шуша. Шуши, как армянская страна называет Шуши, азербайджанская страна Шуша, это один и тот же город. Это целый укрепрайон, о котором долгие-долгие годы, скажем, там долго-то карабахского конфликта шли легенды, как это неприступная крепость. И вот так войска специального назначения вооруженных сил Азербайджанской Республики взяли вот эту неприступную крепость. И в мире только войска специального назначения вооруженных сил Азербайджанской Республики смогли сделать это. Не 6-й отряд морских котиков, по крайней мере, до сих пор этого не делал, не спецназ ГРУ, спецназ главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации этого не делал, не ССО, силы специальных операций Министерства обороны Российской Федерации, значит, этого не делали, не израильский легендарный Сайарет Маткаль или подразделение 262 или Сайарет Маткаль, спецназ Генерального штаба Вооруженных сил Израиля, не спецназ военно-морского флота, военно-морских сил Израиля, Шайта-13 или Флотилия-13 или Шайта-13, этого никогда не делал никто. Вообще войска специального назначения они предназначили для того, чтобы брать такой населенный пункт. Ну, они предназначили для того, чтобы точечно нанести какой-то удар, провести какую-то спецоперацию, разведку, скажем, отрезать укрепрайон, район, например, от снабжения методом засады и так далее, там потом это отдельно, это да. Но чтобы брать такой город, но это уже отдельная тема для разговора. Фактом является то, что армянские военнослужащие, которые погибли в городе Шуши, они у всех пулевые ранения. Если я не слышал, чтобы у кого-то там были осколочные ранения. Если осколочные ранения, то от 30-мм гранат, автоматических танковых гранатометов или 40-мм гранат, подствольных гранатометов, которые крепятся под автоматом. Никак, ни у кого осколочных ранений от артиллерийских снарядов, кассетных боеприпасов, реактивных 7 залпового огня или артиллерийских боеприпасов и кассетных авиационных бомб не было. А у всех были пулевые ранения. Это означает, что там действовал спецназ.